я представитель Росагроэкспорта. Помогаю Сергею Викторовичу в его будних делах. Хочу вам сказать от себя, от Сергея Викторовича, глубокое-глубокое благодарность вам, силу вам, потому что у вас это, такая ноша, она как бы не каждый это может понять, но я вам очень-очень благодарен за ваше терпение, как бы мужество, чтобы вас силы не покидали. И всего вам хорошего.